Верхом обойдете, не служить, служите, нельзя быть ему веселым. Охота – это место встречи человека и неизвестности. Ну что, Никита? Так, вот там давай-ка мы с тобой кулему поставим. Ага. А вон там вот ловушку на зайца. А вон хорошее место. Где? Рядом с пенечком, видишь? Да. Можно. Там, кстати, это, он как дропа, походу. Возможно. Ну все, пойдем. Добро. Пойдем так и сделаем. Пойдем туда. Нельзя быть ему веселым, но что дверь не бежит. Охотник преследует зверя и попадает в неведомое ему пространство. Он может встретить в лесу не только дичь, он может встретить незнакомого другого человека и не понимать, друг это или враг. Встречая в лесу зверя, он не очень четко представлял себе, на самом деле это зверь перед ним, или это какой-то оборотень, или это заколдованный человек. На этом основана и куча сказок, куча фольклора, и куча песен. Женщины тоже часто ходили в лес. Это был и просто там переход из одной деревни в другую по каким-нибудь делам, и сбор ягод, сбор грибов, сбор лекарственных трав. У них были уже свои какие-то сроки, когда они знают, что что-то поспевает, когда зацветает какая-то трава, когда она наиболее лекарственная. Вон этих в озера лежит. Охотники по-разному себя вели в зависимости от того, насколько далеко они уходили от дома. Он мог идти один, налегке. А если охота отправлялась из европейской части России в Сибирь, например, они собирались, человек 10-15, и запасались на всю долгую охоту на 2-3 года. Шли в незнакомое место, первым делом ставили там избушку охотничью. И дальше уже из этой избушки они шли разведывать лес, незнакомые лесные угодья. О, Никитка, да ты леша, что ли? Да. Никак не мешает это жизни. Значит, блоху подкуешь, да? Ну, попробовать можно. Вернемся, сделаем. Да. Сейчас нам кажется, что охотник – это какой-то вот человек с ружьем. Это далеко не сразу было так. Они выслеживали, где водится зверь. На его тропах они рыли ямки и выстругивали колышки и ставили ловушки. А потом обходили свои владения, вот собирали, кто там у них попался. Если они обнаруживали, что ничего туда не попалось, они пытались выслеживать зверя, находить норку его и расставлять какие-то звоночки вокруг. Сеть раскидывали, то есть если соболь вышел из норки, чтобы он попался в сеть. Они могли сняться, пойти в другое место, ставить новую избушку. Вот, и так они продвигались постепенно. Нередко из этих первых охотничьих избушек потом выросли целые большие сибирские поселения. Идя в лес, они старались себя как-то обезопасить от неожиданных встреч. Не могли встретить дикого зверя, могли встретить какую-нибудь с их точки зрения нечистую силу. Женщины именно больше боялись лешего, а мужчины больше боялись лешачиху. У них был строгий запрет перед выходом в лес на контакт с женщиной. И даже вот со своей женой они старались перед охотой поменьше общаться. Запрещалось жене прикасаться к его охотничьим снастям, ко всему, что он с собой возьмет. И накануне охоты мужчина отправлялся в баню. И с этого времени он старался женщин никаких не видеть вообще и выйти из деревни так, чтобы по возможности никакая женщина ему по дороге не встретилась. Охотники рассказывали, будто бы, добыв волка,
под его шкурой можно обнаружить парня в свадебной одежде.